Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Макрону предъявили ультиматум и пригрозили импичментом. Макрон по завершении Парижской Олимпиады, обращенный чередой всевозможных скандалов, столкнулся с новой напастью, которая может привести к серьезному политическому кризису во Франции. Левое французское большинство, с которым Макрон перед парламентскими выборами создал хрупкую коалицию, ради недопущения прихода к власти французских правых сил во главе с Марин Ле Пен восстала против президента. Лидер левых партий Меланшон предъявил президенту Макрону ультиматум, который опубликовала газета «Ля Трибун». Либо Макрон прекращает мудрить и назначает на пост главы правительства малоизвестную Люси Кастенс, занимающую должность директора по финансам и закупкам в администрации мэра Парижа, либо левые, пользуясь относительным большинством в парламенте, организуют импичмент Макрону. Статья 68 французской конституции предоставляет право партии парламентского большинства требовать отставки президента в случае ненадлежащего исполнения им обязанностей главы государства. Глава левых Меланшон считает, что оснований для отстранения Макрона у него предостаточно. По мнению Меланшона, уже сам факт того, что Макрон игнорирует интересы французских избирателей и отказывается назначать премьером кандидата от победившей на последних выборах партии, достаточно, чтобы требовать отставки президента. Макрон, стремящийся подмять под себя власть и не уважающий мнение народа, Франции больше не нужен. Интересно, что предложение левых об импичменте президенту с удовольствием готовы поддержать правые силы. Перед центристом Макроном серьезно зашаталось президентское кресло ввиду того, что его партия имеет в парламенте менее 20% голосов. Макрон надеялся все последние недели сохранить в кресле премьера представителя от своей партии, чтобы иметь подконтрольное правительство. Однако левые и правые силы сделать это Макрону не дадут. Теперь французские аналитики сходятся во мнении, что Макрон предложит создать коалицию правым и договориться с Марин Ле Пен о дележе мест во французском кабинете министров, чтобы оставить за бортом левых. Если Марин Ле Пен откажется от коалиции с Макроном, то ему придется отступить. Но в этом случае позиции президента серьезно ослабнут. Он столкнется с серьезными трудностями при проведении не только внешней, но и внутренней политики.